пишут, звезду словила. Я посчитала на Ника все звезды. Я не знаю, ни одной не спрятала. В кармане поищи. Нашла Наташу в одной из туалетных комнат. Я говорю, быстренько накручивай свои красивые. Видите, как у нее легко? И все время она меня застает за грязным делом. Не, ну посмотри, как легко ты делаешь волосы. Это вообще. У нее сразу кудри. У меня в жизни так не будет. У нее же волос волнистый. Видишь как? Хорошо? Конечно. Сессон, сессон. Я же не вижу. Не глядя она, видите? Сессон у ней. Да. Легко и просто. Рука набитая, волосы послушные. Ой, не говори, Люба, я не знаю, что делать с этой шапкой. Ой, дай поносить. Ну, жаловаться нельзя, конечно. Да, вот именно, не хайка, а то это самое. Да. Я люблю, у тебя зеркало? Когда она здесь приложена, вот так, приложено как. Мешает. У меня лицо красное от фена. Понятно, что от фена. Ванна еще, говоришь, была 2 часа, я да. Когда ехала. 2 часа? Ну, не 2, нет. 1,5. Ну, еще бы лицо красное не было. В баню. Ух ты! С вашими личиками. Мне прислали, это Наташа с Валерой из Санкт-Петербурга. Да я ты что? Я получила посылку от них. Ты посмотри, как здорово. Они знают, что я зонтики... как бы коллекционирую, да, они да, прислали да. Меня всякие, что там только нет, и кого там только нет, и Артем с Ванечкой, и Ванечка, и мы с Винсентом, и Винсент один, и я молодые. С Музей. Да, Женечка. Классно, да. Хороший какой подарок, да все подарки хорошие, но это такой прямо. Ну вот такого у меня не было, вот еще. Меня удивили, так удивили. Да? Здорово, Наташа. Ну что, Малеванная? Видишь, сразу. Пока ходила за камеру, уже видал, какая красавица стоит. Красавица. Нарисовалась. А у меня хорошо занято. Да вообще, ну лучше-то быть не может, господи. 2 раза крутнула и все. И причесон. Видала она. Пудрит себя. Я не умею делать по-профессиональному что-то там, но. Господи, а я твоими щетками тоже воспользовалась на день рождения. Вот. Да. Да. А что думаешь? Тебе сказали, Люба, такая красивая. Что, думаю, лежат? Попользоваться надо, видите, обводит. Вот намажется, у тебя есть вообще нормальная помада? Нет. У меня она нормальная, я ее обожаю. Фу, поэтому губы трескаются. Нет. Не убедить ее, она упрямая ж. Ты что думаешь, я за 50 лет никакой помадой не пользовалась? Вот это самая лучшая помада для меня. Посмотри на свои тресканные губы. Это нет, это. От этого. У меня не всегда трескана. Я как намажу, мазала, вот ты мне покупали мы. И мне не понравилась такая сухость в губах сразу. Ты не боишься грозы? Я тебя боюсь. Блин, так любовалась своими штанами цветочек. Всю малину. Сейчас ни цветочки ему не всю берут. Малину она, я вообще не знаю. Почему я испортила малину? Мы же едем. Я вообще не знаю, как мы едем. На Святом Духе, наверное. Потому что мы святые, Люба. Святые. Так, молочко. Она молоко просит у меня. Она у нас не пьет молоко. Господи, она из Наташкиных рук, так. Вот что будет. А что, она не может нормально-то вот, как люди-то пьют, нормально-то вот так-то. Вот надо тебе, а. Не можешь так? Давай я тебя научу. Ну, не может. Не может. Набрызгали тут. Молоко везде. Ну все, хватит. Просеришься еще. Сачуля. А Наташке хоть на халяву, хоть молока да попить. Так, люблю молоко. И она полюбила. Я только что очистилась. И Сочи полюбила. Скажи no. No. Все, да. Сидит, ждет. Я могу тебя поцеловать? Поцеловаться. Не поцелуемся. Лапу дает. Да, лапу дает.
Гемипо. Ревизор какой нашелся. Сочи, Не надо меня обнимать. Не хочет. Я только-только очистила за тебя. Ну нечего было, давай тебе молоко. Ну что теперь, она с ума сошла? Это не опиум уже, я пила. А теперь отдай уже все. На. Уже отстань уже. Так она сейчас прольет. Беда-то с вами. Вот туда прям, ну какие-то маленькая. Ой, Наташка, ну с тобой как маленький ребенок. А что, она у вас большой ребенок? Ты-то? Она маленький. А я ее друг.